С вами мистер Дивис, и сегодня я в гостях у мистера Оливки, нашего модератора. Первой технократии, он мне показывает свой дом, у него офигенный дом. Давай, пойдем. Сейчас в библиотеку. Такие вот дверки классные. Открывай дверку. Очень классные дверки, такие себе тоже хочу. Пол очень классный. С чизеля все взято. Координаты я решил включить. Личная библиотека мистера. Пару этажей вниз. Что-то низко как-то. Хера себе. Библиотечка. Как будто Оливка строила здесь какую-то карту. Карта для прохождения. Вау. Паутинка. Классно. Давай-ка. Лыжник тебе какой-то потресканный такой. Кошерная огромная лампа. Светильник адский. Бочки. И огромное количество паутин, которые я обязан завязывать. Классно. Очень большая библиотека у Оливки. Прикольная. Лесенка. Серьезно. Такие лесенки. Паркура, что ли? Я что-то не понимаю. Короче, пытаюсь запрыгнуть. Паркурчик здесь такой маленький. Библиотека. Она меня просто поражает. Это гигантское совершенно сооружение. Я не знаю, как Оливка его строил, сколько он на него тратил сил и ресурсов. Но это блок, конечно, из чизеля, но они выглядят как текстурка какая-то. Вот я помню из серии Spellbound Caves. Как ты... Ну да. Я нуб, я такой, так. И... Оп, да, блин. Ну-ка. Да. Да, да давай ты запрыгни. Сраный. Ладно, будем так работать. Что ж такое-то? Я не могу запрыгнуть на сраную лесенку. Лала. Вот и все мои паркурные достижения с Хайпикселя. Что ж такое-то, а? Ну нафиг, короче, надоело. Дену свою броню. Надоело. Так, пишу. Серьезно? Так, ты. А, ты. А, стоп. А. Оливка? А. Я тебя нашел. Так. Дальше. Смотреть дом. Так, поднимаемся. Тут тоже библиотека. Так, ну. Да, ну тут у него, конечно, глубоко. Я правда не знаю. Глубоко. Извиняюсь, у меня игра зависла. Пойдем. Ну давай, пойдем. Библиотека застройки. Ух ты, кровать кошерная.
заснеженная кроватка. Так, ладно, пойдем. Ливка. Гостиная. Ну, коврики, стульчики. Какие-то... А, нет. Я уж подумал, что это таблички. Что-то у нас написано. Итальянской кухни. Руками не трогать. Диван из кожи дракона. Руками не трогать. Алмазный паркет. Руками не трогать. Ну-ну. Поверю. Самое классное, это, наверное, как снаружи выглядит вся эта его конструкция. Давайте заскриню. Очень классно. Оливка. Классно тут, конечно, у оливки очень. Так, что там? А, вот это просто уберу. Так, оливка. 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 Ты где? А. Извини, я тебя потерял опять. Тебе хп, кстати, мало. Подхилить тебя надо, что ли? У меня что-то где-то было в сумке. Резонирующей моей. Так. Не, а, у меня только зельки невидимости. Так. Да. Каньончики у него такие. Я примерно понял, где у него все это дело находится. Научок, покажи. Предлагаю показать ему тот великий толчок. Сейчас поймете, в чем дело, почему он великий такой. Вроде я даже помню, где это находится. Ага, вот он, вот тут. Лампочка из Project Red. Вот. Вот он, великий толчок. Тут можно помыть руки. Тут у нас ванна. А вот это великий толчок. На этом месте сел великий паладин. Теперь я не буду чистить этот унитаз. Правда, он же элитный. Он же великий. Унитаз. Тут паладин гадил. Ура! Водичка! Ура! Бонька. Где тут у нас? Хранилище, ботанический сад. Ледяная комната. Покажи, ну, открой. Вот у меня тут компьютер. Окей, пойдем. Пойдем. Саша, руками не трогать. Так. Сейчас. Подожди. Чтобы показать ботанический сад, да? Покажи его. Включи звук. Пойдем. Библиотечная, собственно, комната. А, ты через этот проход. Ну, окей, давай. Давай. О, чё это? Алмазным... А, понял, как у тебя дом устроен. Оп. Вот. Тут у тебя оливка. Ледяная комната есть. И у него есть еще какая-то фиготень. И ботанический сад. Короче, вот у него тут колоночки. Радио. И вот такой вот садик кошерный. Тут классно. Только до некоторых растений желательно не дотрагиваться, типа, нет, до этого. Вот, ну понятно. Ну тут классно, короче. Вот этот вот блок интересный. Вроде блока нет, а вроде у него есть, понимаете? Остается ощущение.
классно. Я реально завод сейчас пилю. Потом вам покажу, когда я делаю, как завод реализован и почему он дает халявные ресурсы в этом количестве. Между столько всяких. Растений у него. Покажи ледяную комнату. Покажи холодильник. Здесь. Стоит, у него тут хавчик, насколько я понял, хранится, и, ну, вы видите, да, тут красивенькие такие блоки, и все сделано, какие-то лампочки из Project Red опять. Так, а это случай. Так, это случай не пережатый лед. Так, лед. Просто потому, что обычный лед вроде не так тратит. О, луночка. Может тут. Хотя я как-то со своими этими... Вот они. Выгляжу тут довольно странно. Горящий весь такой. Типа, у меня лава летит, типа я. Что за это? Ну, спасибо за интересное видео. Видео материал. Классный домик, потом все. Наверное, тогда получается, я все показал, что у туалетки дома есть. Всем спасибо за просмотр. Значит, спасибо Оливке за, собственно. Кстати, я ему напишу. Ну, эти. Ладно, тогда всем спасибо, всем пока.